Ну ладно. А, у него и был один, да? Ё-моё, вонючий метеорит. Надо аккуратно с этим метеоритом. Потому что этот метеорит меня любит. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Дуда-плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда-плей, и мы продолжаем играть в игру Brawl Stars. И сегодня я взял Кольта. И поиграю немножечко за Кольта. У нас такое задание сегодня. Так, а ну-ка. Ой-ой-ой. Давай в это постреляем. Так, убил, не убил, нет. Так, дружище, я тебе помогаю вообще-то, если что. Так, а тут где-то розочка спряталась. Смотри, вот она. Да ё-моё. На, получи. Есть, убил. Тихо-тихо-тихо. Да ё-моё, вдвоём на меня напали, а, гады. Ладно. Бывает и такое. Нита отомстила за меня. Так, 3 кубка. Тоже весьма неплохо. Давайте сыграем снова. За Кольта. Нам нужно побольше заработать. Ага. Так. Идем. Пчела. Где-то пчела находится вот здесь. На! Так, подожди, алло. Да как так, в смысле? Почему один кубок? У него же... Ну ладно. А, у него и был один, да? Ё-моё, вонючий метеорит. Надо аккуратно с этим метеоритом. Потому что этот метеорит меня любит. Метеорит, ребята, меня любит. Давайте проверим, нету ли здесь кого-нибудь. А, нет, есть, внутри стоит. На, ё-моё, да я замерз. Замерз просто. У меня замерз боец. Не мог никуда двигаться. Так, а этот чувак, он там стоял, да? Угу. Ну, осталось 2 бойца. О, Кольт, давай, Кольт, пожалуйста. Ой, молодец, отомсти. Отомсти ему за меня. Да ты можешь ближе подходить, чё ты боишься? Вот, видишь, тоже замерз. А, у него замораживающий такой удар, замораживающий. Прикольный. А когда я его получу, интересно, слушай. Он же находится на пути славы, нет? Чувак этот. Сейчас я посмотрю. Так, боец Бо. А, боец Тик. Когда я же уже боец Тика-то открою. Боец 8 бит. И идет потом боец Эмс. Нет, боец Эмс это у нас последний боец. А вот этот чувак, он у нас... сейчас скажу, кто там, он такой, где он? Сейчас я скажу. Фрэнк! Фрэнк это эпический, эпик. Да, взмах молота, взрывная волна, мощный супер. А, оглушает противников. Он меня супером, значит, ударил. Ладно, давайте выберем Леона. Давай, поехали. За Леончика поиграем. Поиграем за Леончика немножко. Вот так вот, ребятки. Так, у нас, я вижу противника всех. На, получи. О, Динамайк идет за мной, наверное. О, убил Шельку, нифига. Слушай, баночки лежали. Никому не нужные. Так, а ну-ка, вот я вижу. Баночка. Ах ты, Динамайк, вонючка. А, убили, за что вообще, алло? Ни за что, ни про что. Так, ну здесь, я думаю, Динамайк выиграет. Бочки свои. А, нет, да. Так, а я, в принципе, тоже могу Динамайка взять. Так, выходим. И берем Динамайка. С Динамайком поиграем. Давай, давай, Динамайк. Поиграем. Потому что в прошлой серии выиграл Динамайк, будем играть за Динамайка. А, тут еще и Барли, смотри, стоит. На, получайте, гады. Так, все, двоих уничтожили. Так, а у меня с интернетом проблемы. Ё-моё, а я думаю, почему я проигрываю. Понятно. Ладненько, сейчас посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, этот ходит. Чувак. Ага. Он не захотел со мной драться, да? Давай, иди сюда.
Я-то так умею делать, а ты так не умеешь. Ты так не умеешь делать, как Динамайк. Все. Он отдыхает, чувак. Так, кто же у меня? А, Эльпримка. Ну, Эльпримка, в принципе, мне не страшен. Эльпримка, мне не страшен. Ай! На! Смотри, он меня мог убить спокойно. Но он решил этого не делать почему-то. Так, а ну-ка. Так, а ну-ка, иди сюда. Тихо. Тихо. На, взорвись. Да, я победил. А здесь Динамайк прикольно играет, слушай, на этой карте. Фига. Так, а ну-ка. Секунду. Да, я чуть-чуть этих кубков-то отыграл. А, ну у нас еще деньги, ну боец Бо уже скоро. Ё-моё, я так уже хочу от бойца Бо получить. Давайте еще раз сыграем. Давайте сыграем еще раз. Так, кто у нас здесь? Так, а ну-ка, получай. Так, против Динамайка все боятся идти. Что Динамайк, он сумасшедший. Ладно, походим, посмотрим, что у нас тут. Так, а ну-ка. А, забрал все-таки, кто там? А, Кольт, вонючка. Тихо. Ё-моё, почему я никого не могу убить? А, убил меня все-таки. Ё-моё, кто это там такой? Кольт. Ну, Кольт тоже классный игрок. На самом-то деле. Он у него очень длинная дальняя. Сейчас посмотрим, выиграет ли Кольт или нет. Давай. О, дружище Эльприма, ты, конечно, зря это сделал. Все, стой, хилься. Конечно. Ну, у Кольта классный супер. Да, у Кольта офигенный супер. Он может разнести полностью, да все. Но, видишь, он все расфигачил, и все. Теперь защиты нету. И он погиб, пал. Герой. Так, здесь у нас получается 1-1. Давай. Все. Ага, вон кто у нас. Убил его. Так, ну мы получили 0 кубков, ничего страшного. Мы сейчас возьмем с вами Кольта. Угу. Возьмем именно сегодня сейчас Кольта. Так, где у меня? Вот он. Поехали. Играем за Кольта. Ага. Так. Ребятушки. О, этот, я не хочу я с этим, с Барли. Так, Шелька. Смотри, Шелька куда убежала. На. Получи, Шелька. Так, мне еще один удар Шельки. Ё-моё, вот она прячется, а. Ладно. Да, она, ребята, прячется. На, тебе. Ах ты, гадина, убила меня. Да, здесь неизвестно, кого брать, или Шельку, или... Так, посмотрим, кто кого. Да, ну видишь, Шель, она сильная. Я думаю, сейчас, может быть, и не надо было ту Шельку за ней гнаться, если она боится. Пусть бы там спряталась-то и сидела бы. Ладно, будем, знаешь, я буду так вот играть. Если боится игрок, вдруг там, может быть, там кто-нибудь сидит. Маленький играет. Но будем, не будем наседать прям сильно. Ну, вообще, мы, ребята, снимаем же только ради контента. Только ради того, чтобы вы смотрели, вам было интересно. Поэтому. Ну, хотя тоже интересно. Сейчас посмотрим, сможет Шелли... О, да у вас там трое бойцов, нифига себе. Так, на него, видишь, они вдвоем насели, правильно. И уничтожили.
А Шелли, смотри, она не сдается. Не сдается Шелли. Не хочет сдаваться. Хотя мне кажется, что здесь Шелли ждет поражение, да? Так я и думал. Так, а у нас минус один кубок, к сожалению, ну, ничего страшного. Да, будем ждать новую карту, ребята. И сколько у нас? Бой с боссом. У нас 22 часа осталось. Нифига себе. Всего гонка, чтобы разблокировать, получить звездную силу для бойца. Ну, пока ее нету, поэтому чушь и ждать-то ее. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч, всем пока-пока.